Сегодня паромная переправа Козьмина-Сольвычегодск на период ледостава прекратила свою работу. А вот понтонная переправа через Вычегду в районе Коряжмы в минувшее воскресенье заработала. В связи с открытием понтонной переправы возобновляются автобусные рейсы. Автобус номер 308 по маршруту Котлас-Коряжма-Сольвычегодск. Отправление из Котласа в 6:10 утра и в 15:50 от вокзала. В 7:00 и в 17 часов от автовокзала Коряжмы. Отправление из Сольвычегодска в 7:50 и в 17:40 от автовокзала Коряжмы в 8:30 и в 18:20.